Осенью позже светлеет утром, раньше темнеет вечером. Чаще идут дожди и начинаются заморозки. В связи с этим увеличивается и количество аварий, как с участием пешеходов, так и без. Основная причина – незаметность людей в условиях плохой видимости. Госавтоинспекция региона напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Особенно это касается пешеходных переходов и автобусных остановок. С начала 2021 года на территории Ульяновской области произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов, в которых пострадали 30 несовершеннолетних и один ребенок погиб. Профилактическую акцию «Юный пешеход» инспекторы проводят регулярно. Помогают родители и юные инспекторы движения. Место проведения – нерегулируемые пешеходные переходы у школ и детских садов. Не оставлять транспортные средства, где попало, на проезжей части, особенно на пешеходных переходах. Практически с каждой общеобразовательной организацией города Ульяновска рядом находится пешеходный переход. И очень часто я наблюдаю такое явление, что машины просто паркуются на нем, что препятствует переходу наших с вами детей к школе. Будьте взаимовежливы. Правила напоминали не только водителям, но и общались с пешеходами. В условиях ограниченной видимости важно надевать яркую одежду, детям иметь при себе световозвращатели. Обязательно оценивать дорожную обстановку и скорость движения транспорта, будучи на тротуаре или обочине. Инспекторы ГИБДД надеются, что подобные акции заставят автолюбителей более внимательно следить за дорожной ситуацией, когда поблизости от них оказываются дети. Да и сами школьники будут аккуратнее на дорогах. Анна Тищенко, Улправда ТВ.